Водитель оплевал девушку, которая отказалась уступить ему дорогу. Эта встреча двух челябинских водителей произошла на углу дома 33А по улице Чечерина. По словам девушки, на своей машине она заезжала во двор по своей полосе. Этот мужчина двигался навстречу, и тут встал главный вопрос. Кто должен уступить? Вроде бы я на своей полосе. Данный молодой человек не хочет меня пропускать. Как бы он выезжает со двора, это во-первых. Во-вторых, вот у него полоса. После он вышел из машины и плюнул в автореде, выругался, вернулся в салон авто, объехал встречный автомобиль и отправился колесить по улицам города. Правда, после публикации видео принес Челябинке свои извинения. Но водителя все равно проверят инспекторы ГИБДД. В ходе проверки дадут правовую оценку действиям обоих участников конфликта. В случае установления вины граждане понесут наказание, сообщили дорожные полицейские.